Ребят, всем привет! Я вас хочу пригласить на марафон «Возможности меня». Это тот марафон, где мы проработаем с вами все ваши страхи, где мы с вами проработаем те ситуации, в которых вы сейчас находитесь, почему вы в них находитесь и почему до сих пор вы не можете от них отказаться. Для чего вам это? Зачем вам это? И когда мне говорят, что нет, я этого не хочу, поверьте, это не так. Мы обязательно все ситуации с вами проработаем, проговорим и найдем то решение, которое будет самым актуальным. Марафон возможностей меня – это не просто про еду. Марафон возможностей меня – это про то, какими вы хотите быть. Это про то, какими вы сейчас. Это про то, какими вы будете. Это про то, зачем вам это все. Это очень глубокий марафон проработки вашего сознания, вашего надсознания, вашего подсознания, марафон вашей осознанности, марафон вашего движения, движения вперед. Все это мы с вами проговорим. Присоединяйтесь, я жду вас.